оголошення результатів екзит-полу в знак єдності та соборності українського народу мешканці Кривого Рогу зібралися біля пам'ятника козаку Рогу. Містяни обмінювалися думками, емоціями та сподіваннями на майбутнє країни. Буде тільки краще. Зачем смотреть в прошлое и думать о худшем? Будет все так. За Владимира Зеленского. Мы очень на него надеемся, как он наш земляк. Надеемся на лучшие перемены. Мы очень рады, у нас переполняют эмоции. 73% такое вообще в жизни, наверное, нашей Украины не было. Мы очень счастливы. Это, наверное, исторический момент. Все ждут перемен, надеемся к лучшему. Молодой, энергичный президент – это лицо страны.